практически у никого в чемпионате не получается прием здесь, в этом зале против «Зенита». Да? Думаю, больше давления было у молодых ребят, потому что все равно есть авторитет к этой команде, и это им помешало чуть-чуть лучше сыграть. Выполнили задачу, которую ставил перед командой. Удалось всем поиграть, получили игровой ритм. Те ребята, которые меньше находятся на площадке, довольны результатом, довольны игрой. Прихожу потихоньку в форму еще после операции. Соперники, может, меня просто не смотрят на разборах или как-то, и поэтому, когда я выхожу, может, какая-то изюминка и получается. А может, просто сильно подаю. Хотели навязать борьбу казанскому «Зениту». Я думаю, что каждой команде приятно играть в Казани против такого соперника, и хочется показать максимум. Но многое не получилось, и, наверное, не дали сыграть нам то, что мы можем на сегодняшний момент. Впечатления отличные, все-таки как-никак победа. Матч был достаточно хороший, не знаю, много было интересных моментов. Мне очень понравилось. Хочу поздравить команду Казани с уверенной победой. Ну, чемпионат продолжается, у нас еще две игры, и ответный матч будет в Сургуте. Постараемся там выступить более достойно. Очень хорошие эмоции, потому что большинство ребят из этих 90% я с ними играл. Как-то необычно. Даже думал и вчера, и сегодня перед игрой, как ли себя буду чувствовать. Но всегда здорово играть вот против такой команды на таком уровне. Физические кондиции далеко не оптимальные. У нас не так много матчей осталось перед финалом 6. И это будет, наверное, тоже проблема, да, что где найти игровой ритм, нехватка именно игрового тонуса может сказаться, но это уже наша задача. Будем значит, искать какие-то спарринги, товарищеские матчи. А вот и мерч подъехал. Покупай в интернет-магазине и подписывайся на ZTV.